Продажу красивых номеров могут легализовать. Предполагается, что они будут продаваться через аукцион. МВД России уже подготовила законопроект, разрешающий интернет-торги за право обладать особенным номерным знаком. Таким эффектным способом власти намерены побороть теневую торговлю номерами элитной серии. Красивые номера сейчас ставят на автохлам, а потом продают не номера, а потом продают автомобили вместе с красивым номером. Водитель, который покупает себе красивый номер вместе с рухлядью, он, естественно, снимает этот номер и переставляет на свой автомобиль дорогой, а рухлядь утилизирует. Вот такая незатейливая схема обойти закон. Правда, с легализацией аукционов необходимость в ней отпадет. Продавать блатные номера на сегодняшний день запрещено. Тем не менее, и сейчас большинству счастливых обладателей они достаются не бесплатно. Я думаю, за деньги исключительно. За деньги, конечно. Ну, в большинстве случаев, мне кажется, по дружбе. Да, наверное, либо случайно, либо за деньги. Я думаю, что, скорее всего, за деньги, потому что такие номера обычно видно на дорогих машинах, а не на каких-то там «Жигулях», например. С другой стороны, продажа номеров с молотка успешно практикуется во многих странах мира. Бюджет Великобритании, к примеру, за 20 лет подобной практики получил 1 миллиард 300 миллионов фунтов стерлингов. По 65 миллионов в год приблизительно. Пустячок, а приятно. Это один из вариантов таких легализаций коррупции. Абсолютно нормально. Я не вижу в этом ничего страшного. Главное, чтобы в дальнейшем эта тема развивалась не просто там в ГИБДД, а под неким общественным контролем. Стартовая цена изящной комбинации цифр и букв в России пока неизвестна. На то он и аукцион. В ходе электронных торгов номер будет продан тому автовладельцу, который предложит за него наибольшую сумму. Известен случай, когда в 2008 году бизнесмен из Объединенных Арабских Эмиратов приобрел номерной знак с цифрой 1. Это обошлось ему в 14,5 миллионов долларов. Индивидуальность бесценна. Александра Ильянова, Илья Федулов, Горький ТВ.